со стартовыми пятерками. И я хочу добавить, что, конечно, для обоих команд эта игра очень... Холден обычно долго пристреливается, Сабонис пристреливается быстро. Внимание такое при счете 10-0, я думаю, люди сами не ожидали, которые пришли на матч и купили... Центровой с большой буквы. 8-0. Кто мог ожидать? Да. Он почувствует сейчас, может быть, кольцо после этих двух бросков и начнет попадать издали. Сабонис давно уже почувствовал кольцо. Надо отметить, что ЦСКА, конечно, очень сильная команда. Что ему придется дернуть на пару минут из игры, поменять, чтобы дать отдохнуть. Я знаю, очень хорошо. Когда-то он с угла бросал. О, отличный пас, отличный пас. Браво. Тарлыч 8 лет играл в Олимпиаде. Не слышал даже об этом. Какие-то скандалы учинял, в отличие от некоторых. Ой, отлично. Большой ставит заслон. Маленькому смячу. Да, ну, уже зря прошел. Когда вот тот опускается, он прямо старается руку подставить. Да, и идет в игрока, и где-то на... Это его судить сложный эпизод для судей. Конечно, сложно. Так динамично происходит. Они же не знают, что утвердили, что это его супруга, Ингрида Сабунена, мать четырех детей. Магацкис. Но... Сабонису. Ой, Сабонис, ой, какой ой, пас! Ой, ой. Зачем? Вот Магацкис. Чуть-чуть. Ну, Сабонис. Если Сабонис самый популярный человек на площадке, то она может быть на трибуне. Вот сейчас. Вот он издали, мимо. Сабонис подбирает. Это Тарлыч. Это Тарлыч. Александр, в общем-то, уже замучил немножко Сабониса. И теперь выпустит Тарлыч. Готов на чужом щите подобрать. О, Сабонис тяжелый мяч. Да, как он там проскочил. Да, надо... Губерс Ветра, который играл, 4 года отыграл в ЦСКА. Да, все, наверное. Ближе мне команда ЦСКА.